Пожар на улице Львовской. Возле общежития Одесского государственного экологического университета сгорели две иномарки на польских номерах. Возгорание произошло в 2 часа ночи. Подробности смотрите в сюжете Кристины Немченко. Случайные прохожие останавливаются у обгоревших иномарок на польских номерах. Фотографируют и с удивлением осматривают. У синего «Мерседеса» нет лобового стекла, разбитый люк, полностью выгорел салон, бампер и покрышки. BMW повезло немного больше. У нее хотя бы уцелел салон. Очевидцы рассказывают, машины загорелись около 2 часов ночи. Метнулось прямо резко, такое пламя высокое. Ну, так говорят, что это, может, если что-то задолжал человек. Но я сомневаюсь. Потому что если у человека машина, так и он старается, наверное, эти дела утрясти, чтобы не было неприятностей. Первыми пламя увидели дворники. Они вызвали спасателей и полицию. Продавцы в местных магазинах говорят, водители пострадавших машин здесь паркуются часто. Наверное, студенты. Видел, они выезжали, они катались. Как бы и парковались, ну, видел, как они уходили. Ну, ребята, молодые ребята в ту сторону, по-моему, уходили, я не ошибаюсь, в ту сторону общаги. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это, ну, но точно, что они каждый, они выезжали. За 2 ночи в Одессе сгорели 3 иномарки. На место прибыл экипаж патрульной полиции, там работали пожарные службы. Также на место прибыла, естественно, оперативная группа. Пожар был потушен, пострадавших людей нет. Причина возгорания будет установлена в ходе всех необходимых экспертиз. В ГСЧС устанавливают причину возгорания. По предварительной информации, это поджог. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Кристина Немченко, Валентин Мирза, 7 канал.